фиксирую, сейчас 20 минут матч, 10 минут ограждения и после нуля. Финального матча на соревнованиях встречаются МРТС Зенит и КАМАЗ. Через 20 минут мы узнаем имя нового победителя турнира по мини-футболу на практике в рамках 5-й спартакиады «Спорт-Кинг». Сели!
20 боев. Давай, 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 давай,
турнире «Кринжбергер» 1-1. Обратно! Браво!
реально технічний гол відправляє. Ні, Ліна, 3-1, що польза на місці. Let's go!